Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на нашей реконструкции крыши. В данный момент мы монтируем модульную металлочерепицу. Камеру перевернем. Вот так это у нас выглядит. Модульная металлочерепица от компании Aquasystem. У нас есть вот такой вот листочек. На каждом листе у нас идет маркировка. Вот написано Aquasystem. Кютебург, это фит профиля, видите, такой красивый профиль под натуральную черепицу. Толщина металла 0,5, цинк это 180 грамм, покрытие руфтоп бархат, цвет 8017, толщина краски от этого покрытия 30 микрон. И такая информация идет на каждом листе. Если мы посмотрим с вами. Металлочерепица имеет вот такие вот ушки. Эти ушки мы сгибаем и сюда закручиваем саморезы. Видные саморезы у нас прикручиваются только вот с этой части. Вот так вот она прикольно смотрится. На мой взгляд, это очень удачный вид профиля. Стыки у нее смотрятся реально. Вот так. И вот с этой части они смотрятся вот так. Есть у нас здесь одно мансардное окно. Это мансардное окно было установлено. То есть мы его только переустанавливаем. Есть кое-какие доработки, которые нам нужно выполнить здесь. Приклеить вот этот вот фартук. Обрешетка у нас из доски 150 на 25, выравниваю на нашу систему, вот ее здесь будет видно, которая состоит из трех саморезов. У нас доска висит в воздухе, как вы видите. В середине закручиваем дистанционный саморез, с боков два самореза с полной резьбой. Дистанционный саморез приподнимает на определенную высоту по уровню вот эту вот доску, и два самореза дополнительно с полной резьбой держат эту конструкцию так, чтобы это было все очень, очень надежно. Доску мы используем частично старую, частично новую. Вот эта, которая без обзола, такая светлая, это новая доска. Вот эту доску мы с заказчиком приняли решение, чтобы, ну, не переплачивая деньги, решили ее оставить. Здесь вот у нас снизу идет внутренняя ветровая планка. Здесь вот идет вот такой вот капельник. Когда у нас вода будет стекать по металлочерепице, попадает на капельник и, соответственно, попадает в желоб. Водосточная система у нас Дёки Люкс, цвет шоколад. Здесь вот вывели воронку на эту плоскость, чтобы с этой части вода уходила. Вот видите, тут вот она, воронка. Внутренняя ветровая нужна от возможного перелива воды. Если у нас идет сильный дождик, какой-нибудь ветер, сюда может попадать какое-то количество влаги. Соответственно, это ветровая. Есть такая вот отбортовка. Собирается вода, и она будет уходить на капельник и в желоб водосточный. В качестве гидроизоляционного слоя у нас пленка Delta Strong. Здесь вот у нас клеевой слой есть. Пленка очень качественно проклеивается. Создаем герметичный контур. Контур брус 50 на 50 брусок, который монтируется через уплотнитель. Наверху, если посмотреть, видно, такие металлические элементы стоят. На них будет идти коньковый брус. И укладывается элемент конька и конек. Полукруглый конек. Такая лестница вспомогательная, чтобы ребятам можно было удобно подниматься по обрешетке. Небольшой обзорчик. Если какие-то вопросы есть, пишите. Всем пока!